Всем большой привет! Сегодня снимаем совместное видео с моим мужем. Знакомьтесь, Анатолий. Может быть, вы некоторые привет. Даже из вас впервые видят его в моем видео. В общем, я его уговорила на это видео. Надеюсь, что у нас получится это все отснять и для вас это потом все выложить. Долго уговаривала. В общем, я нашла тут небольшой такой опросник именно для пары. И сегодня... Здесь заключается так, что мы будем отвечать на вопрос. То есть я называю этот вопрос, озвучиваю, мы вместе на него отвечаем. Но вопрос будет как бы друг другу. То есть получается, я задаю вопрос, ты должен ответить за меня, а я отвечаю за тебя. Ну ладно, сейчас, понятно, короче, разберем. Первый вопрос. Назови двух ближайших моих друзей. Вика и Ира. Да. Так, а у тебя это Виталик и... Мелик, да? Да. Эти? Да. Два твоих лучших друга, да? Так, 1-1 пока. Назови мою любимую группу. Ну, музыкальную, либо певца. Первая загвоздка. Ну. Ну. Кого ты любишь слушать? Ну, у меня на самом деле нет какого-то определенного там любимого певца, либо группы. Если бы ты меня спросил, когда мне было лет 10, я бы сказала. На-на! Сейчас нету. А у тебя есть какая-то группа? Наверное, нету, да? Группы есть... нету. Есть певец любимый. Певица. Басков? Нет. А, Кристина Арбакайт. Да. Так, третий вопрос. Что было надето на мне во время нашей первой встречи? Я помню. Ладно, ты пока вспоминай, я скажу. Брюки. На тебе была черная футболка с длинным рукавом и джинсы. И либо брюки черные. Ну, короче, что-то и джинсы, либо брюки были. Это точно. И букет цветов, потому что он был свидетелем на свадьбе. Она мне что-то... В черном. Да. Даже не в рубашке. А на тебе были брюки в полоску. Да. И рубашка. Нет. Нет, это была не рубашка. Не рубашка, тогда не помню. Но у меня была какая-то такая кофточка с коротким рукавом, с воротничком. Такая, точно. Какой-то узор был, то ли кружочек, то ли что-то еще. Как это было давно? Назови мое хобби либо увлечение. Ха! Видеосъемка! Ну да, это мой канал. Так, а у тебя? У тебя какой хобби? Танчики клеить! Клеить танчики? Куда? Какие? Ну, ты с детьми любишь же клеить. А, ну? Нет, ну так, чтобы прям какое-то твое было очень увлечение ремонтом заниматься. Из-под палки. Да нет у тебя никакого особого увлечения. Книжки игры... читаю. Семь тигров, семь фильм смотрю. Короче, у тебя нету хобби, да? Такого есть, что-то? Рыбалка. Да ты... Он на рыбалке бывает один раз за все лето, и то, может быть, раз в 3 года. Ну ладно, ну какое у тебя увлечение? Я не знаю, какое у тебя хобби. Пересматривать свои любимые фильмы. Это про фильмы не надо пока, про фильмы будет еще вопрос. Да? Ты уже знаешь, какие вопросы? Ну я мельком пробежала, я все не читала. Да, ладно, мельком. Где я родился? Где я родилась? Санкт-Петербург, Ленинград. Да. А ты родился на Украине? Да. Да. Город-герой Каменск-Подольск. Да. Так, ну не все будем вопросы, потому что какие-то буду пропускать. Здесь какие-то вопросы есть, ну такие не очень интересные. Когда у меня день рождения? 26 февраля. А у мужа 23 апреля. Какая у нас годовщина свадьбы будет в этом году? Это самый любимый вопрос мужа, потому что все время забывает. Как... Какая будет у нас годовщина по счету в этом году? Сколько лет вместе? Да. Оттягивает. Ну. 9. Посчитал. Хорошо, в каком месяце наша свадьба? Дата? Сентябрь. Ну так что, какая дата? 9.09.11. Хорошо, а дата венчания? 12 августа. А год? 11.
Ты чего меня смущаешь? Хорошо. Перед всеми. Хорошо. А ты чего не отвечаешь? Сама не помнишь. Ну, наша годовщина свадьбы. Да, да. Я всегда это помню, а ты вечно забываешь. Так. Какой у меня самый любимый цветок? Ирис. Нет. Мне кажется, в этом видео мы узнаем себе чуточку больше. Почему нет, всегда ирис покупают? Как всегда? Красиво. Всегда? Да, блин, не было ирис. Ни разу. А эти синие, ты чё? А, ирис, а я с нарциссами, блин, перепутала. Ты правильно ответил? Тоже нет? Ой, блин, нет, ирисы я люблю, но самый любимый какой. Вот сейчас по весне прям будет. Твой лучший друг мне чаще их дарит, чем ты. Эти цветы. Сирень! Конечно. Нифига, ты был безрукого сирень любимый. Почему? Мне тоже не нравится сирень. Так, ладно. У тебя не буду спрашивать. Тебя нет. В какое время дня? Здесь есть этот вопрос. В какое время дня я предпочитаю заниматься любовью? Какое у меня любимое блюдо? Борщ, когда тебя, я сварю. У тебя борщ любимое блюдо, да? Да. А у меня? Твой ответ неверный. Картошка жареная. Нет. Мое любимое блюдо, не которое тебе нравится, когда я готовлю, а я когда я жарю. Нет. Какое же твое любимое блюдо? Я сама не знаю. Я сама не знаю, у меня нет любимого блюда. Сало украинское. Нет. Я не люблю сало. Не, у меня нет любимого блюда, такое, что прям какое-то ну, было одно что, любимое какой блюдо. Вопрос? Следующий вопрос. Мой любимый цвет. Синий. Да, синий. А у меня? Черный. Нет? У меня из черных одежды даже вообще нет. Вот джинсы. А, и одна, наверное, была. А, белый. Белый, да. Белый. А раньше был какой любимый? Раньше не помню. Мы даже обои поклеили в мой цвет. Там, да, раньше. Розовый? У родителей. Фиолетовый. А, фиолетовый тоже. Господи, ничего про жену не знаю. Жена загадка. Какой у меня любимый вид спорта? Ну, у тебя футбол по-любому. Да. А у тебя фигурное катание? Нет. Какой? Я даже не знаю. А я занималась, между прочим, даже ими. Танцы? Какие? Больные? Да. А-а-а. Ну, сейчас, кстати, мне как-то... Я особо спорт не смотрю. Так, чем я, скорее всего, займусь, если я буду свободна? Ну, то есть свободное время. Свободное время. Уборкой посуду помоешь. А это не свободное время. Бось, что ты там пищишь? Голову пойдешь мыть. Чем будешь редактировать видео свое? Ну, короче, либо заниматься каналом, да, либо могу уборку пойти затеять. Да. А ты в свободное либо время... Либо маникюр. А ты... Да ладно, я маникюр редко делаю. А ты в свободное время, конечно же, ляжешь на диване и будешь смотреть... Футбол! Фильмецы свои. Апостол. Вот, кстати, какой у меня любимый фильм? У тебя 100%. Я могу даже назвать 3. Апостол. Он его пересматривает, мне кажется, каждый месяц, точно. Он знает уже его наизусть, но он каждый раз смотрит. По телевизору показывает, он его смотрит. В записи его смотрит. Потом брат. Брат 2. Нет? Нет, брат. Так. Ну ладно, Любовь и голуби. Нет, тоже фильм. Нет? А что? Ликвидация. А ты давно не смотрел ликвидацию? И последнее время смотрю фильм «Шулер». Вот такой фильм. Ну, ты же тоже не пересматриваешь его. Ликвидация твой по-любому любимый фильм. Хорошо, а Муня какой? Туда и сюда. Какой? Бригада. Это сериал. Фильм. ПС. Ну, какой? Ну, ПС я тебя люблю. Да.
P.S. I love you. I love you, baby. Ну, кстати, мы когда вместе смотрели, тебе же он тоже понравился. Да, клёво. Классный фильм. Когда она монстра сфигачила. Какой у меня любимый праздник? Тебе какой, Новый год? Нет, день рождения. День рождения? Да. Грустный праздник. Только раз, да. Ну, а у меня? Новый год. Нет. Какой? День рождения. Да, ладно, давай дальше. Любимая телепередача? Маска! Очень увлекла нас все, кстати, дети тоже смотрят. А у тебя телепередача? Какой-нибудь криминал. Что-нибудь вот такое, как ты любишь смотреть. В мире животных. Там криминала было. Нет. Лев. Ну, у тебя действительно же какие-то там расследования, криминалы. Следствие вели с Леонидом Каневским. Какую сторону кровати я предпочитаю? Ха, краешек. Да, я никогда не люблю спать у стенки. Если есть вариант, где выбрать, ну, точнее, если кровать стоит к стенке, то я всегда выберу вариант с краю, Это специально. Почему? Когда я слазил, чтобы мимо не проходил. Вдруг зацепиться с утра, да? Так, какие блюда я не могу терпеть? Какие мне не нравятся? Блюда. Так, что у тебя нелюбимое? У меня все. Я да, все. Не, ты что-то не любишь. А что ты? Селедку под шубой. А, люблю. Да, кстати, не любишь. А, нет, мимоза ты любишь. Селедку под шубой. А почему ты ее не любишь? Потому что объелся в свое время. А ты не любишь любое блюдо, где присутствует чеснок и лук? Нет. Что нет? Mm-hmm. Да. Короче, какой ты... О, какая у какое меня... любимое животное? Мое любимое животное какое? Собачка. Жучка. Моя любимая песня. Я знаю, какая твоя любимая песня. Какая? Ой, то не вечер, то не вечер. О, Тофи, Тофи. Поет Васко Росси. Итальянские песни. Хорошо, вопрос на засыпку, последний. Следующее видео будет совместное? Да. А ты сделаешь видео с макияжем, чтобы ты меня накрасил? Нет. Почему? А тебя? Да. Нет, не я тебя, ты меня будешь красить. Я тебя? Да. Конечно. Да с радостью замалюешься, да? Возьму Валин. Ну так что, совместное видео еще будет? Да, 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 да. Сделаем. Все? Ты сегодня честно отвечал на вопросы? Очень честно. Все? Наверное, да. Все, всем пока. Нет. Чего нет? Да, блин, вон игру надо играть. Хорошо. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. На мой. Да, на Катинка. На этом были все вопросы. На самом деле, какие-то не очень, получается, интересные были вопросы. Просто подготовились. Надо было что-то интересное посмотреть, потому что я так пролистала, несколько вопросов вроде мне понравились, но весь список не изучила. Но я надеюсь, что это видео вам все равно было интересно смотреть. Может быть, также вместе с нами посмеетесь от души. Если это видео выйдет в свет, значит, все нормально. Значит, мы его не за это. Не за пароль? Не за пароль, да. Ладно, будем ну, тогда что, на этом... за пароль, за пароль. Все равно выложим, да? Конечно. Ладно. Все, пока у нее там пока, игра горит. Пока-пока. Все. Ладно, девочки, на этом будем видео заканчивать. Я действительно надеюсь, что вам это видео было интересно сегодня смотреть. Что-то интересно. И, может быть, вы захотите... Так что, если вдруг у вас есть какие-то вопросы, именно такое сделать видео, чтобы мы отвечали на ваши вопросы, можете написать, и мы тогда соберем такие самые более интересные, и мы сделаем вопрос-ответ. Если что-нибудь сами найдем, не знаю, может быть, какой-то челлендж приведем, может быть, что-то еще найдем интересненькое, то обязательно, наверное, еще поснимаем. Но надеюсь, муж
согласится и не откажется в следующий раз снимать видео. Все, благодарю вас всех за просмотр. Большое спасибо, что провели это время с нами. Всем хороших настроений, берегите себя, своих любимых. Всем пока-пока и до скорых встреч.